Мы сейчас находимся в ресторане «Старая мельница». Это по Тополевскому шоссе, где-то километров 20. Ну, место само по себе интересное, и стоит его показать, я думаю. Сейчас немножечко сделаю панораму. Вот там сосны, за соснами ресторанчик. Здесь такое поле, видимо, для разных торжеств предназначенное. Пока еще не достроенный, но очень красивый дом. И, видимо, собираются здесь делать какую-то выездную такую палатку большую, шатер, чтобы различные мероприятия праздновать. Вот такой шикарный лес. Можно сейчас немного прогуляться здесь. Летом здесь, конечно же, много комаров, но стоят системы, которые комаров отлавливают. Они, конечно, не 100% комаров убивают, но все же там здесь достаточно легко гулять. Нету такого гнуса просто, как это бывает часто. Все продумано. Мельничка действительно красивая очень. Фонари стоят, горят по вечерам. Березовый лес. Ну, в общем-то, стоит сюда приехать и погулять. А вот дальше детская площадка. Летом здесь зверье даже есть какое-то. Вон, видите, клетка впереди. Пока не видно, но мы сейчас дойдем до нее. А? Это орлан или грифон. А, есть, да? А, ну мы сейчас дойдем тогда до него. Вот. И вот прямо по курсу там бревенчатый такой городок, в котором можно тоже погулять. Детишкам особенно понравится. Дойдем сейчас до него. В общем, одно из немногих мест, где приятно находиться за городом. И оно относительно недалеко. Вот ресторанчик. В ресторане цены, конечно, не самые низкие, но по салатику там можно съесть или шашлычок, когда уже изредка хочется что-то такого интересного. О, вон они сидят втроем. Какие красавцы! Здоровые. Конечно, он своим клювом может достать. Вот он пошел. Ну, молодец, показал себя. Очень удачно получилось. Вот какой-то грибочек. Вот он. Жалко, конечно, таких красавцев. Ну, что поделать. Держат их здесь. И вот красивый бревенчатый такой уголочек. Вот там, видите, какой-то русский богатырь стоит. Это не бревенчатые домики. Бревно-качалка. Ну, в общем, такое местечко. Летом, зимой я показывал, здесь горка очень неплохая весьма. Конечно, здесь еще много делов предстоит. Видно, что хозяин постоянно что-то такое делает новое. Но работы здесь еще не в проворот, и вкладывать ему еще много в эту территорию. Но уже сейчас можно сюда приехать и неплохо провести время. Сейчас еще покажу сосны. Ну и вот сосенки, да, высажены. Сосенки, терраса открытая. Внутри там тоже интересно. Не буду вам показывать. Сами лучше посмотрите. Свадьба здесь сейчас справлялась. Мне кажется, неплохое место для свадьбы. Фонари поставил недавно буквально. Сразу хочу сказать, что я никого не рекламирую. Не такого масштаба у меня канал, чтобы мне кто-то за рекламу платил. Просто я от души искренне рекомендую какие-то вещи. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.